Бытие, 10 глава. Вот родословие сынов Ноевых – Сема, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета – Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера – Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иоанна – Елиса, Фарсис, Китим и Доданим. От них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы – Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится «сильный зверолов, как Немрод». Пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Рех, Аккад и Халне в земле Синаар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехо, Вофир, Калах и Ресен между Ниневию и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафторим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Иевусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Темарей и Хефамей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы ханаанеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, и в землях их, и в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова. Сыны Сима – Йолам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Ивера. У Ивера родились два сына – имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмудада, Шалефа, Хацар Вамефа, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавила, Иовава, все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Миши до Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, народах их. От них распространились народы на земле после потопа. Аминь.